статистике неправдоподобно выглядит. Но так или иначе, Даниэль сегодня играет, играет довольно много. А вот опасно. И это 3-1. И это Денис Зернов. Опять человек, который просто не может перестать забивать. 3 в Нур-Султане, еще один сегодня. Да, ну и как здорово магнитогорцы разыграли эту шайбу под воротами Бояркина. Без шансов для вратаря Барыса. Очень быстро получилось доставить шайбу на пятак. Кто это сделал? По-моему, Яковлев, да? Да. Да, вот здесь вот. Ну, все очень быстро и четко.